памятник молодым революционеркам текстильного края на вокзальной площади или голова Генкиной, как называют мемориал в народе, требует ремонта. В Комитете Ивановской области по государственной охране объектов культурного наследия поясняют, состояние памятника не критическое, но если вовремя не отремонтировать постамент, это может привести к куда более серьезным последствиям. Вот только кто именно должен проводить реставрацию, пока не ясно. Памятник относится к категории выявленных объектов культурного наследия и пока не включен в реестр. Мэрия еще в прошлом году высказала намерение подготовить акт государственной историко-культурной экспертизы и оформить как единое пространство вокзальную площадь, включая памятник и рядом стоящие многоквартирные дома. Но эти работы не были проведены. Более того, по информации городских властей, балансодержателем администрации не является. Нами организованы мероприятия по установлению настоящего собственника, балансодержателя, или если этот объект безхозяйный, соответственно, по обязанию администрации города Иваново принять у нас свой собственный баланс. Хотя очень неравнодушную позицию в отношении этого объекта культурного наследия проявляет Управление благоустройства администрации города Иваново. Мы знаем, что у них уже были предварительные переговоры с Ивановой реставрацией о проведении ремонтных работ, поэтому очень надеемся, что, несмотря на все такие юридические несостыковки, их неравнодушное отношение приведет к тому, что ремонтные работы в ближайшее время на памятнике будут проведены.